Святая Ефросинья Полоцкая – выдающаяся личность своего времени и духовная покровительница белорусской земли. Ее жизненный подвиг – служение Богу и людям. Монашеский путь святой начался в 12 лет. Всю оставшуюся жизнь она занималась просветительской деятельностью, переписывала книги, строила храмы и монастыри. Иконы, на которых изображен ее облик, всегда узнаваемы. Православная святая держит в руках напрестольный крест церкви Святого Спаса в Полоцке, который по ее благословению в далеком 1161 году изготовил Лазарь Бокша. Имя преподобной Ефросинии Полоцкой, наверное, пожалуй, нет такой православной семьи, даже не воцерковленной, да, православной семьи, которые там принимали крещение в детстве, на этом, в общем-то, в церкви больше не появлялись, чтобы не слышали имя нашей белорусской матери, не побоюсь этих слов, преподобной Ефросинии Полоцкой, да, которая вошла не только лишь как наша основательница, можно сказать, игуменья земли белорусской, основательница и нашего православия здесь, на нашей белорусской земле, но и явилась таким, что называется, национальным героем. Оригинальный крест образца 1161 года представлял собой шестиконечный символ православной веры, в котором хранились частицы креста Господня, на которой была капля его крови, частицы камня гроба Господня и гроба Божьей Матери, частицы мощей первомученика Стефана и великомученика Пантелеймона, капля крови святого Дмитрия Солунского. Но, к сожалению, во время Великой Отечественной войны крест бесследно исчез и до сих пор не был найден. В 1997 году именно брестским выдающимся ювелиром Николаем Кузьмичем была изготовлена полноразмерная копия. С тех пор у православных христиан появилась возможность ощутить на себе благодать Божию, приложившись к кресту. Приложиться, хотя и копии креста, да, на самом деле все-таки оригинальный крест был все-таки утерян во время Великой Отечественной войны. Тем не менее, я думаю, что преподобная Ефросинья Полоцкая, вне всякого сомнения, молится о своем белорусском народе и отрадно понимать, что сегодня и все брещане, исповедующие православную веру, также могут приложиться к этой великой святыне. Крест – это всегда был какой-то особой святыней православной веры, да, то есть перед которым, в общем-то, наша православная церковь требует и коленопреклонения, да, то есть и особые чины совершаются именно перед крестом. То есть это такая особая святыня, которая, в общем-то, не похожа на все остальные. Прибытие святыни в Брест этой осенью связано с установлением юбилейной даты – 40-летия со дня празднования Собора белорусских святых. Крест будет находиться в кафедральном соборе преподобного Симеона Столпника на протяжении недели. Для православных жителей города это редчайшая возможность приложиться к кресту и обратиться в молитве к преподобной Ефросинии Полоцкой. Все желающие молиться, приложиться, поучаствовать в соборной молитве кресту и преподобной Матери Ефросинии, нашим белорусским святыням и святой, милости просит. Я знаю об этой святыне. Поэтому я пришла еще раз приложиться, узнать, что с этой, может быть, святыней. Я была в Сретенском монастыре, когда там были мощи и Ефросинии Полоцкой, и Ефросинии Московской. Две женщины, две удивительные святые встретились в Сретенском монастыре. И потом у каждой из них путь по России и по Беларуси. Надо, чтобы была молитва. Молитва в Бресте, молитва в Москве. Дай Бог, чтобы люди это поняли и молились. Ефросинья Полоцкая – это наша заступница, это наша матерь, это наша хранительница, покровительница, это нашей земли белорусской. Все радость и какой-то трепет, волнение. Но радость, что у нас посидела такая святыня. Мы были тогда, когда этот крест делали, тогда море людей здесь было, очень много людей. И я тогда Господь сподобил, мы тоже всей семьей прикладывались к святыне. Все, вот теперь Господь сподобил еще раз такую святыню к нам привезти. В христианстве крест – это символ христианской веры, символ страданий Иисуса Христа и орудия, через которое Господь спас все человечество, а мы в своей святой кровью все грехи человеческие. И, конечно же, это символ победы добра над злом. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.